От желающих взять автограф отбоя нет. Просят расписаться даже на одежде, а потом еще и сфотографироваться. Такое паломничество объяснимо. В ульяновском ФОКе «Новое поколение» собрались сразу 4 олимпийских чемпиона по греко-римской борьбе разных лет. Ульянцы Виталий Константинов, Вардарас Самургашев из Ростова-на-Дону, Хасан Баров из Алании и Алексей Мишин из Саранска. Кворум олимпийских чемпионов состоялся на традиционном турнире памяти ульяновца Рамиса Садиева, который трагически погиб несколько лет назад. В этом году состязания прошли в пятый раз и получили статус всероссийских. Рома, он ездил со мной на все чемпионаты Европы и мира и всегда за меня болел. Я просто не мог сегодня не приехать. И я вот посмотрел состав участников, вы знаете, поверьте, это один из лучших турниров в России. Шикарное открытие и сильный состав участников. Турнир памяти Садиева растет из года в год. На сей раз в Ульяновск приехали около сотни спортсменов, среди которых участники самых крупных международных турниров из Татарстана, Мордовии, Башкирии, Оренбургской, Нижегородской, Новосибирской областей, а также других регионов России. Турнир проходит в День народного единства. И было даже видно, по присутствию на сцене присутствовали представители различных регионов нашей большой страны, как бы и различных национальностей. Это отрадно, что спорт – это единство и братство. Рамис Садиев – воспитанник ульяновского тренера по борьбе Вячеслава Романова. По окончании карьеры стал одним из главных помощников региональной федерации. Многие областные соревнования состоялись при его непосредственной поддержке. О нем осталась добрая память и два сына-близнеца. Я хочу поблагодарить всех тех людей, которые приходят на этот турнир ежегодно, вспоминают о моем отце. Всех тех людей, которые помогают организовать этот турнир. Не забывают о моем отце. Нашей семье это очень приятно. Солидный состав участников предусматривал большое количество упорных поединков не только в финалах, но и на предварительной стадии. Награды разыграли в 8 весовых категориях. Золото ульяновской команде принес Эдгар Хамидуллин в весе до 98 килограммов. Кроме того, серебряными призерами турнира в составе хозяев стали Адель Садыков и Андрей Ильмков. Также в активе ульяновцев 5 бронзовых наград. Михаил Рассашанский, новости Ульяновской правды.